В сложных экономических условиях первой половины 2020 года многие производители поднимают цены на свою продукцию. В первую очередь это касается техники импортного производства, стоимость которой возросла вместе с ростом курсов иностранных валют. Мы понимаем, что экономику нельзя остановить, тем более в сфере сельскохозяйственного производства. Подготовка почвы, посевная кампания, работа животноводческих комплексов должны продолжаться, несмотря ни на какие трудности. Учитывая это, производственная компания «Ярославич» идет навстречу сельхозпроизводителям и снижает цены на свою продукцию. Поэтому «Ярославич» объявляет беспрецедентную акцию в поддержку агропромышленного комплекса страны. Наличие технически развитого собственного производства позволяет нам успешно противостоять вызовам времени и выпускать надежную проверенную технику, которую уже выбирают такие крупные производители, как «Эконива», «Мираторг», «Агрокомплекс» и другие. Вместе с тем продолжается работа над новыми моделями. Уже изготовлен тракторный полуприцеп грузоподъемностью 30 тонн. Благодаря тесному сотрудничеству с компанией «Росагролизинг» у наших клиентов есть возможность приобрести технику марки «Ярославич» в лизинг на особых условиях. Без предоплаты, со скидкой до 20%, с отсрочкой платежа и с минимальным пакетом документов. Предложение действует до 1 июня 2020 года. Это сигнал. Пора обратить внимание на нашего российского производителя. Отечественное сельское хозяйство должно работать на технике, произведенной в России. Покупай отечественное. Выбирай Ярославич. За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж производственной компании «Ярославич» или к дилерам в вашем регионе.